Итак, друзья, я сейчас захожу на Epic Games и не знаю, какая игра будет раздаваться бесплатно сегодня. Друзья, я вот специально для вас перезагружаю страницу, заходим. И какая же игра? Мне лично э, хочется, чтобы это была мега крутая игра, очень дорогая. Итак, Frost Punk, друзья. Игра. Так, за 600 рублей. Frost Punk. Вот так выглядит. Ну что ж, неплохо. А, друзья, это надо вот строить, где вот такие вот города. Да-да-да, я, друзья, слышал о вот такой игре. И, значит, замороженный панк, если переводить дословно. Вот, гигантские вот такие города. Очень крутой, значит, город можно построить. И здесь, соответственно... Вот так получить бесплатно, друзья, регистрируйтесь официально, нажимайте «Получить», и еще раз, вот как я сейчас, оформить заказ, и вам придет чек на 0 рублей на вашу почту, с которой вы зарегистрировались, Epic Game Store, аналог, значит, Steam, а, и, соответственно, пользуйтесь, друзья, ссылка будет в описании. Ну и вскоре нас ждет еще одна игра. Значит, ждем. Ссылка в описании на Frostpunk. Всего доброго, всем пока. До свидания.